Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и их описание. «Слепой Орион ищет восход солнца». Картина Николы Пуссона, написана в 1658 году, хранится в Метрополитен музее. Я пользуюсь Википедией. На переднем плане картины изображен великан Орион с кедалионом на плечах, который указывает ему путь к солнцу. По древнегреческому мифу Орион пытался взять себе в жены Меропу, дочь Энопиона. За попытку ее изнасиловать Энопион ослепил великана. Бог-кузнец Гефест поручил Кидалиону вывести ослепленного Ориона к солнцу, от которого тот прозреет. Задний план картины изображен в ярких тонах, что должно указывать на скорый восход солнца, который еще прячется за горой, подсвечивая облака. Персонаж, изображенный на облаках, бог солнца Гелиос, который указывает на близость Ориона к своей цели. Персонаж на земле обращается к Кидалиону и указывает ему дорогу. Кидалион на плечах Ориона обращается к нему, очевидно, направляя в нужном направлении. На картине изображена типичная средиземноморская растительность, яркие краски, которые вместе со светом между облаками создают впечатление райских земель. Пни от поваленных деревьев символизируют стремительность движения Ориона и одновременно придают картине немного апокалиптического характера, контрастируя с идиллически изображенной природой. Картина Пуссона играет значительную символическую роль в книге французского писателя Клода Симона «Слепой Орион». Ну, вот такое описание я нашел к работе Николы Пуссона. Она называется «Слепой Орион ищет восход солнца». Написано в 1658 году, размер 119 на 182. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.